Друзья, всем здравствуйте. Такая сейчас будет у нас новинка на обзоре от компании Alcronic. Модель К3008, друзья. Такая вот у нее коробочка. Производитель заявляет, друзья, 50 ватт. Сейчас почему будет во втором ролике. Объясню, почему он находится тут Sven PS800. Сейчас мы будем ее, друзья, сравнивать. Мне просто интересно. Тут будут заявлять 100 ватт, друзья, а здесь 50, да? Я потом все расскажу, почему конкретно буду сравнивать. Друзья, сразу говорю, мне не заплатили. Это просто свой личный спортивный интерес. Так, поехали. Моделька от компании Alcronic. Модель 3008. Моделька новенькая. Вот такой у нее дизайн. Подсветка у нее чисто вот так вот идет по контуру. Сетки, да? Потом такие стробоскопы. Вот, мигающие. Динамики здесь по 6,5 дюйма. Два динамики, одна пищалочка. Вторая как бы тут стоит, друзья, имитация, это не динамик. Это вот три динамика, друзья. Логотипчик мы видим сверху, корпус идет пластиковый. ABS Plus, как привыкли все говорить, да? Дисплей идем впереди, индикаторы видно, это хорошо. Такая панель управления. Почему сейчас от сети, потому что подсевшая. Потом также можно класть на бок ее, друзья. Подножки обезиненные такие. Ну, ручка такая здесь вот такая сделана, да? Сейчас мы опустим ее чуть-чуть. Вот. Ну, то есть смотрится, в принципе, достойно на свой дизайн, друзья, на свою стоимость. Очень хорошо. Цена на сегодняшний день, на сегодняшний день, подчеркиваю, да, это видео просто может быть уже давно, как бы, да, гулять. Вот, свыше 10 тысяч рублей. Вот средняя цена, допустим, у нас на нее идет порядка там от 12,5 до 13,5, где-то вот так вот. Вот такая цена будет гулять у нее. Имейте в виду, на сегодняшний день. То есть, почему выбрал? Я выбрал именно в тот же бюджет, что и Sven PS800. Но опять же, сейчас буду в втором ролике буду разбирать. Так, смотрите. То есть, в принципе, прикольно сделан на свой бюджет. Фазик мы видим, да? Пластик такой матовый. В принципе, собрано очень хорошо. Вот, если я говорю, что мне колонка понравилась, то, друзья, вот данная моделька мне понравилась. Вот, сборка. Вроде бы смотрим, да? То есть, как бы сам дизайн, да? То есть, все вот эти вот тонкости, да? Ну, красиво. Спору нет. То есть, в принципе, цена... Да, и дизайн сделан красиво. Вот, подсечка по кругу, она меняется. По кругу на сетке. Где она тут? Сейчас мы... А, вот. Ну, то есть, выбирать, как можно, вообще нажал и отключаем, короче. А, хрен там, надо, наверное, дойти до этого. Сейчас. А, все. То есть, нужно поклацать. То есть выбирайте, который вам больше нравится. Так, что мы видим по панели управления? Панель управления. Крутилка громкости на микрофон. Крутилка громкости на колоночку. Да? Опять же, для гаджетов полочка. Крупная кнопочка, это у нас кнопочка Power, включение. И, друзья, смотрите внимательно. Вот, смотрите. Выключить. Сейчас, нет, не так. Вот. Кратким нажатием выключается, да? А, нет, подождите, это сон. Ни хрена. А, да, сон, кнопка сон. То есть кратким нажатием можно нажать выключить, да? То есть она падает в сон, кратким нажатием включить. Допустим, выключить ее полностью. Все, потушили ее, да? Включить, кратким нажатием ни хрена. Вот, нужно нажать и ее держать. И так секунды 3-4, наверное. Видите, да? То есть имейте в виду, то всему, там кто-то может купить, а, там сломанная, все, ни хрена. Просто нужно нажать секунды 4, где-то она запускается. Кратким нажатием, друзья, это сон, как я понял. А, да-да-да, видите, вот, снова там бить, и горит power, бамс, все, запустилось. Вот, ну, в принципе, по дизайну прикольно. Дизайн очень понравился, то есть достойно. Так, и также вставляю флешку. Так, динамик, еще раз повторюсь, 6,5, 6,5, два динамика и пищалочка. Вот, суммарная мощность 50 ватт, заявляет производитель. Батарейка здесь, друзья, 3,6 тысяч мАч. Так, крутилки я сказал, громкости, это на микрофон, это на колонку. Потом вход под проводной микрофон 1, проводной 2, лайн, ТФ-карта, USB, индикатор заряда. Приоритет микрофона, кнопочки переключения подсветки, эквалайзер, кнопка включения-выключения, кнопочка мод, перемотка назад, play, pause, TVS кнопка, перемотка вперед и кнопочка меню, друзья. Вот многие не знают, нахрена нужна. Смотрите, нажимаем, регулируем, да, верхнее, нажимаем, еще раз нажимаем.
кнопка, нажимаем, вот, нижняя, все. То есть вот эта кнопочка мне для этого нужна, чтобы настраивать высокие и низкие частоты. Вот. Ну, есть еще эквалайзер. Также есть, соответственно, на пульте. Комплектация, друзья, у нее беспроводной микрофон, одна штука. Пульт дистанционного управления. Все доходчиво понятно. И также шнур питания, инструкция на русском языке, друзья. Вот так вот. Коробочку уже показывал. Красиво, глянцево, все как всегда. Ну, в принципе, все. А, нет, не все. Вес у нее там порядка 7 килограмм, чистый вес. Высота у нее 60, друзья, вот забыл уже сейчас, что распаковал. Смотрите, заодно. Так, ну, если быть точным, 62 сантиметра. 62, и ширина у меня 29. Ширина и глубина. Даже, ну да, если смотреть по подножке, 29 сантиметров, то ширина и глубина 29 сантиметров. В принципе, по цене и качеству колоночка, в принципе, прикольно. По звуку уже включил, попробовал, в принципе, неплохо. Ну, давайте сейчас мы... Еще какой-то трек врубим. Сейчас хочу замерить шумометром, сколько она выдает. Децибел, да. Я же купил новую приблуду, теперь все меряю. Самому интересно. Средняя цифра 113-114, вот так вот максимально накричит. Ну, опять же, мне кажется, из-за трека, ну, в принципе, взял два разных трека, примерно больше 110 децибел она шумит, друзья. Так что так вот был обзорчик. Сейчас сделаем второй обзор и посмотрим, немножко развеем тут, как мы тут рассказывали. Ладно, друзья, заказать данную модель можно у нас на официальном сайте eltronicrossia.ru, либо хотите немножко сэкономить, пишите, пожалуйста, Viber, WhatsApp, под роликом будут указаны контакты, также под роликом в описании, или же в комментариях, там тоже скидываю ссылочки и скидываю контакты, пожалуйста, пишите Viber, WhatsApp, сделаю цену дешевле, чем на сайте. Вот, если что, кому-то не подходят такие условия, пожалуйста, заходите на сайт eltronicrush.ru, пожалуйста, туда жмите, и там оформляется автоматически, придет вам доставочка. Спасибо, друзья, за внимание. До свидания.